Подведение итогов почти минувшего года началось с перечисления экспертиз, которые проводились в рамках общественного контроля. Таких было 62. Больше 10 заключений на проекты федеральных законов отправили из Мордовии в Общественную палату России. Опыт реализации общественного контроля Республики Мордовия был представлен на заседании Общественного совета по развитию гражданского общества в Приволжском федеральном округе в апреле 2017 года в городе Самара. По словам полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Бабича Михаила Викторовича, основной целью общественного контроля является обеспечение на системной основе обратной связи с населением. Детально на заседании Общественной палаты Мордовии обсуждалась работа наблюдателей на предстоящих выборах президента России. Представители этой некоммерческой организации будут обеспечивать их легитимность. Было особо отмечено, что общественные палаты – это федеральные, региональные, это основной институт гражданского общества, так как они не политизированы. В своем выступлении полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Викторович Бабич обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения законодательства во время выборов и необходимости сделать эти выборы абсолютно прозрачными. В этих выборах президента России будут задействованы около 100 тысяч наблюдателей от Общественной палаты России и ее региональных представительств. Вместе с работой представителей партии и кандидатов на эту должность это позволит сделать процесс волеизъявления более открытым и честным. Евгений Волков, Александр Данилов, «Наши новости».